Невозможно договариваться, ездить в Кишинев, говорить одно, а в то же время параллельно тут спонсировать митинги. Вы же все это знаете. Надо признаться. У нас все время кто-то виноват. Вот у нас Кишинев виноват. А мы сами такие пушистые. Реально вы тут плачетесь, что нету бабушек, дедушек, нету нечем топить. Вы покупаете себе новые машины. Председатель то тут вообще дальше пошел. Тот, блин, 33 раза разбил свою старую машину. И ничего, ни доклада, ни отчета. Признайтесь, ребята, признайте, что всю вот эту галиматью, это вы сами придумали и сами загнали нас в угол, то есть Гагаузию. Надо просто спокойно уйти. Уйти и дать людям, которые умеют, которые хотят. Вы просто всегда сейчас обвиняете кого-то. Давайте начните с себя. Давайте начните с себя. Вот это просьба к вам. Пока просьба. Вообще, по большому счету, надо здравый смысл должен, и я уверен, что он победит. И вы должны уйти сами, написать заявление, уйти, что вы не справились. Ну нельзя так издеваться, это не ваша личная контора. Я сейчас, Николай Николаевич, не к вам говорю лично, я говорю вообще весь президиум. И ко всем депутатам обращаюсь. Сколько это можно? Уже 2 года это длится. Хватит играть в какую-то политику и в какие-то чьи-то политические игры. Давайте реально займемся своим, нашим хозяйством. Сначала в народном собрании, а потом будем думать, хотя бы полоборота повернемся к людям. Потому что ситуация катастрофическая. Слава Богу, что нету ни минус 10, ни минус 20. А будет еще хуже. Будет еще хуже. Поэтому я прошу вас, вы, то есть президиум, должны принять и все признать все свои ошибки и просто уйти. Просто уйти. Никто вас не выгоняет с народного собрания. Уже вообще пустили слухи, я не знаю, дай бог, чтобы они были только слухами, что вы готовите постановление, чтобы продлить себе мандаты. Это уже вообще маразм какой-то. Кое-кто из вас хвастается, что уже еще 4 года будет. Вы якобы хотите, чтобы башканские выборы и выборы народного собрания были... Что за бред вообще? Что за бред? Вы выйдете на улицу и спросите. Все плюются. Еще столько, я столько хочу уже, вот просто вообще слов не хватает. Кто с вами будет... Как можно будет с вами Кишинев общаться, если вы идете туда, а потом приходите на телевидение и говорите, что они наперсточники? Как могут с вами так общаться? Ребят, спуститесь немножко, спуститесь на землю. Но это реалии, реалии. Как так можно? Как? Тем более вам с 5-м мандатом, тем более вы прошли и были и при социалистах, и при демократах. Ну нельзя так играться, это не личная игрушка ваша, ребят. Объясните вы господину председателю, поехал он в Турцию. Никуда он не поехал, он знает, он трус. Хотя я уважаю возраст. Дмитрий Георгиевич, уйдите, сами не баламутьте эту Гагаузию. Останьтесь в истории добрым, нормальным председателем, а не мошенником. Но реалии таковы, что вы говорите, давайте соберемся без камер. Так давайте камеры, без камеры. Разве без камер что-то другое будет? То же самое будет. Нельзя правила игры, не должны правила игры распространяться только на вас, на президиум. Правила игры должны быть на всех, для всех одинаковые. Поэтому задумайтесь и прекратите, травите. Такого не было. У вас 5-й, да, у меня 4-й мандат. И я тоже уже не первый день в этом кабинете. Но такого... Вы же посмотрите, вы делите на белое и черное. Вот это и вот так. Так не бывает в жизни. Так абсолютно не бывает. Это даже уже и не политика. Я уже не знаю, вы готовы разорвать друг друга от ненависти друг к другу. Это разве правильно? Это разве нормально? Я не знаю, какие слова подобрать. Не знаю. Конечно, хочется ругаться, но честное слово, не знаю, какие слова подобрать. И чтобы вы реально просто соблюдали закон. Еще повторюсь еще раз. Уважение, ЦИК, кодекс о выборах. 3 раза не пришел. Это, что это такое вообще? Какой-то
Я не знаю, Достоевского цитировать, я не знаю, но это реально. Значит, если ты опоздал, то все. Это вообще, это, блин, это, мне интересно, тот, кто это придумал, хоть сам прочитал, что это такое? Насчет уложения вообще. Полностью меняйте уложение. Ребята, одумайтесь, что вы творите. Это бурная деятельность. Георгий, к вам. Это бурная деятельность. А вы читали его? Мне конечно, так интересно. Читал. Я в том числе тоже давал туда кое-какие. Кстати, насчет, да насчет, кстати, насчет регистрации какой-то инициативы. Я подал 3 инициативы, но они так и не комиссия отвергла их как несостоятельные. Георгий, комиссия отвергла их. Не это вопрос. Комиссия. Я говорю... Не вопрос. Какая комиссия? Хорошо. Подождите. Какая комиссия? Я 3 инициативы предлагал Народному собранию. Они даже не зарегистрировали. Они даже в ход не пошли. Вы прячете, понимаете? Это уже называется узурпация. Вы хоть раздайте людям, пусть комиссию. Они даже по комиссиям не пошли. Георгий, вы врете, понимаете? Они даже по комиссиям не пошли. Но вы, ну, это не вы сделали. Это сделал председатель. Он их выкидывает в мусорку демонстративно. Вот. Это разве дело? Это ненормальное явление. Я вас очень прошу, спуститесь и займитесь полезным делом.